Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Дарья, и вы на канале «Молодая ферма». Сегодня к нам повторно приехал врач с УЗИ-аппаратом. Ранее мы делали УЗИ двум нашим козочкам. По результатам УЗИ Фиона у нас покрыта, мы ее запустили, то есть уже не доим, и она отдыхает и готовится к окоту. А вот суккозность пуговки у нас была под вопросом. Сейчас мы вместе с вами узнаем, покрылась наша пуговка или нет. Приятного просмотра. Аня, что-нибудь там видно? Да. О, так а что вы молчите? Мы тут... Я говорю, вообще да. Вообще даже не очень уверена. Я думаю, вообще нет. Как такое вообще да? Вот это, собственно, формирование последа. Полным ходом идет. Да. Надо кричать «да, да». Сейчас попытаюсь смягчить детенка. А не один? Думаю, что нет. Ну, плохо видно. Вот он как бы. В левом углу. Зародыш. Вообще, по идее, сроку соответствует. Тихо-тихо-тихо, моя писочка. Тихо, моя рыбка. Они обычно по первому окоту одного приносят, потому что они крупные. Ну вот то, что вот это вот такие всякие тяжи на фоне черного, это формирование последа. Да. И пуповины. То есть где-то у него около 2 месяцев. Где-то так, да. Так что ждите. Так, пуговица. Козел едет домой. В срочном порядке. Да, завтра выезжаем. Ура! Скакали домой. Так что, да, носите, носите. Уже пообедали. Свое счастье. Так, надо нам избавиться от козла в срочном порядке. Какие хорошие новости. Новости хорошие, да. Супер. Довольны? Конечно. Сейчас. Два, ну, да, плода видно? Ну, вообще четко видно один. Один. Да. Четко видно один и послед. Полосатик. Один, значит, будет, да? Ну... Радуйся. Козье молоко твое любимое прибудет скоро. Точности абсолютно 100% не могу сказать, что один, но, скорее всего, да. Нормально. Абсолютно точно могу лишь сказать, что козел. Если никаких выкидышей, то точно беременна. Ой. Так, а что, нам уже козла изолировать, наверное, да? Да. Чтобы да. Он не это каким-то. Товарищам нужно уже от них убирать. Вот это да. Тут у нас вылупился. Гусята. Работа кипит. Уже одни утиные яйца вот 2.07 закладывали, мы все подписываем, чтобы ничего не забыть, не перепутать. Уже остужаем, опрыскиваем их также. Вот новая закладка яиц, где у меня тут листочек, это вот свежие сегодня. Тоже будем закладывать утиные яйца. Я против закладки утиных яиц. А я за. Уже накопилось какое-то количество, и надо выводить утят. Вот. Много что инкубируем, единственное, мало показываем. 13 числа закладывали снова бройлеров. КОП 500, 100 яиц мы купили. По-моему, 6 было не оплод, да, одно я случайно стукнула. Поэтому там 93 яйца осталось. Туда тоже против был. Вот. Но люди заказывают, и себе бройлерных цыплят хочется вывести. Так что вот у нас инкубация в разгаре сейчас. Хочу еще пересмотреть один инкубатор, принести куриные яйца, заложить породистых кур. Занимаемся. Ну вот ладно, я бизнесом занимаюсь, яйца закладываю, утят буду выводить. А мама тут что делает? Это что такое за... Балабство. Почему балабство? Я делаю ферментированный малиновый чай. Потом все будете просить. Не поделишься? Я поделюсь. Так, этот пойдет. Сейчас малинку обрываю листочки и будем заниматься ферментацией. Вот. Будет вкусный малиновый чай. Очень вкусный.
кто по заготовкам, а кто по живности. У нас разделение труда. Да, это точно. Сейчас маленько подсушим. Посмотрим, что у тебя получится. Что ты так ехидненько. А потом посмотрим, как у меня вылуп пройдет. Все, вот подписано. 25.07.68 утиных яиц. Тут это 2.07. Целый инкубатор. Вот еще 2.07. А это свежее надо будет. Вот освободила одну ячейку с большого инкубатора. Сейчас сюда буду складывать. Какие красивые голубые яйца. Ухеев, улюянгов. Сейчас буду закладывать в инкубатор цесарины. Брезгайские, полоское серебро у нас здесь. Кучеряво-хохлатые. Они обычного цвета. Зато вот эти какие. А вот. Ну, какой сильный мальчик. Ну, какой. Молодец. Хорошо. Дай. Держи. Гот. 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 Кто это тут у нас? Такой маленький. Это вот говорила, что... Старые яйца. Да, вот теперь из старых яиц. Беру свои слова обратно. Бежал. Ну, за топчики. Пополнение в гусиных рядах. Вот какой огурчик вкусненький. У нас тут прибавление в работниках. Да, и еще вот один такой деловой работничек деревенский, да? Всю ночь где-то ходила, гуляла, под утро пришла и спит. Наверное, мамин чай охраняет. Кешка, просыпайся, иди крыс лови. Не хочет. Новые жители нашей фермы. Пойдемте распаковывать и посмотрим, кто же это к нам приехал. Ой, ой. Вот это выход, так скажем. Сейчас посмотрим, как дубль 2. Ты у нас будешь поспокойнее. О! Принцесса.
индийский паврин. Вроде как это две девочки у нас. Пойдем к подруге посажу твою. Ого, это скажи, кто тут такие? Будьте дружить. Давай ногу-то ставь. Сразу. Две подружки. Тут наша староста пришла проведать. Что за новые? Красивые такие, с коронками. Вот это у нас двухгодовалые, а это годовалые девочки. В следующем году они начнут свой яйцекладку. Они с двух лет начинают класться. Вот. Ты там уже детишек приносила. А это девочки молоденькие. Любопытные такие. Скажи, таких мы еще не видели. Ну ничего, на днях выпустим их. Освоятся, привыкнут, что это их домик. Ой, Паша, у тебя такой хвостик коротенький. Сейчас иду в поле забирать наших коровок. Они пасутся. А уже пора доиться по времени. Сегодня просто наичудеснейший день был. К нам приезжал фотограф, моя знакомая. Фотографировала нас с мамой с коровками, с собачками. Вообще просто у меня такой заряд положительных эмоций. Она пообещала в ближайшие дни скинуть фотографии. Я, конечно же, вам все покажу. Наверное, какую-то часть на Ютубе. Какие-то фотографии буду выкладывать в Инстаграм. И мы выпустили после обеда коров, чтобы их в поле пофотографировать. А сейчас уже дойка, а опять никто не торопится у меня. В общем, такие новости. После дойки пойду к нашей соседке. У нее яблоньки взрослые, много яблочек очень нападало. Ей они совсем не нужны, а наши хрюшки с удовольствием их поедают. Так что у меня еще много дел, хоть и 8 вечера. Я полна силы, бодрости. Я вообще еще работала и работала бы. Вот наши буренушки. Наша пайза, которой практически не осталось. Надо бы, конечно, уже перетянуть электропастух, дать подрасти еще пайзе. Потому что, ну, просто все съедено. И до сих пор еще ждем нитку для электропастуха. И туда вдаль будем растягивать на наш участок. Там они еще не паслись ни разу. Думаю, найдут, что себе выбрать. Девочки, пойдемте доиться. Только козы меня слышат. Ну ладно, я побежала. А вы все говорите, город, город. Что в этом городе-то делать? Неужели такую красоту там увидишь? Тишина, спокойствие. Сплошная идиллия. Сходила к соседям, набрала 2 ведерка яблочек нашим поросяткам. Сейчас еще приеду. Бон аппетит, как говорится. Как вот тут вот не ругаться? Я вам сейчас покажу, что у меня случилось. Вот сюда заглядываем. Немножко опускаемся. Как вам вот это все? Просто вот прячут сокровища от меня. Ой, девочки. У нас сегодня операция «Поиск яиц». Даша внизу нашла, теперь перешли на второй ярус. Ну что там, Даш? 43 яйца было снизу. Ага. Сверху идем. 2. 4. 6. 8. Капец. 10. 12. 14.
Слушай, я видела там 16. Курицы сегодня. 18. Так, 20. Так, 20. Думаю, 23. 25. 26. 27. 28. 29. 29. Ужас. Что-то у нас куры стали плохо нестись. Там 43, тут 29. Надо одно оставить им. Ага. То новое место еще найдут. Что? Яичница будет? Сегодня омлет. 50 яиц. Больше. Я все ячейки унесла, думала, все. Я тут пробежала сверху, не увидела. Они там такую норку сделали, прям гнездо. Ага, я просто еще не увидела курицу, там кукухала, бегала. Давай куда-нибудь ведерко складывать будем. Ой, какое милки вымечко. Милуся, покажи. Покажи, красоточка ты наша. О-о-о! О-о-о! Даша, бидончик целый. О, вы-то кузи морды вперед домой. Маечка, покажись. Мы с мамочкой рядышком. Вот у нее номер блатной. 200. Да. Пойдем, пойдем. Розочка у нас, это Розочка надует. А, Розочка, ты к чего? Ужин вынесите в поле. Ну, смотри, как хочешь. Я говорю, Роза, столовая закрывается. Кто не успел, тот будет без ужина. У Розы ожидаем отёл, конец августа, начало сентября. Она пошла. Придумала? Роза, все уже домой ушли. Роза. Роза. Вреднючка. Роза, давай, давай домой. О, пузан у тебя какой. Давай, давай, дорогушечка, иди домой. Иди. Дашечка мой, все спрашивают, где Барсик, он где гуляет и гуляет. Один костик собрала. Вот столько у меня получилось. Можно двигаться дальше. Меня еще ждет крыжовник, еще другие кусты черной смородины. Это чуть попозже. Thank you.
На этом я буду с вами прощаться. Благодарю всех, кто досмотрел этот видеоролик до конца. Не забывайте подписываться на наш канал. Пишите комментарии. До новых встреч. Пока-пока.